Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Нанда Саходитам Си Нанда Нанданам Банде Радхика Чарно Дайам Гопияно Самаюктам Бинда Ванам Манухар Ванша Калпатору Вешаки Пасинду Вевача Патитанам Павуне Бхавашна Бебьо Наму Нама Муканкароти Вачалам Пангум Ланхайтигирим Джатки Патамаханг Банди Парамананду Мадавам Бриндавай Тусиде Байпиявай Кешава Сача Шна Бхакти Паде Деви Шатта Ваттвай Наму Нама Нараяна Намаскитта Наран Чайва Нараттамам Девин Сарасватин Вясам Тато Жайо Дир Шанкиртане Кришна Като Падеши Гаури Апатрашо Пракасане Ча Шадануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамодакша Джагод Барана Дейям Сада Парибхавагнам Абиштадухам Титас Падам Сива Виринчанутам Сараням Бхитатихам Панутапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чарнаравиндам Ятпад Паллава Накачандамани Чатая Биспуржита Гмапига Бабадушва Дарши Пурнану Рагра Сасагра Сара Мурти Сарадикама и Када Пам Каруш Сри Кришна Чайтанна Прабхунита Нанда Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Сри Кришна Чайтанна Прабхунита Нанда Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Аджануламбита бхужау канука бадату. Шанкиртанай капитару камала ятакшам Вишам бару дия бару югадхарма пало Банде ягат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам Раму Раму Хари Хари Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дипа Рупам Бхуктинча Муктинча Дада Синитам Бхавану Рупе Насада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Вибушита Бама Бхагам Нараяно Прияманага Мада Пхарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Вагиша Джуша Бадане Лакшмир Джасача Бхакшаси Ясьясти Де Самбит Твам Нишингамахам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Нитананда чарадандам джишам хиткарникале
Тешам дасанудасахам прасиданту садайвахи. Нитананда пададдандам джешам хирткарникале тешам дасанудасахам прасиданту садайвахи. Гаурия Гоштипати Сисила Бхакти Сиддханто Сарасвати Госвами Дева Прабхупад Парамахамса Джагадгуру said that Гаурия Гоштипати Сисила Бхакти Сиддханто Сарасвати Госвами Дева Прабхупад сказал, как только мы приходим в соприкосновение, узнаем об абсолютной истине, нам не нужно терять времени, нужно взять и принять ее, не ждать, не выжидать чего-то, просто взять и принять эту абсолютную истину. Бхактивинода Тхакур в Джайвадхарме описывает пример одного Майвади Саньяси, который услышал Киртан Вайшнава и размышлял, следует ли пойти за ним или нет. Он, вот этот Вайшнав, когда пел, он был в таком экстатическом состоянии, слезы текли из его глаз. И Майвади Саньяси, видя все это, он колебался. Он понимал, что это признаки чистого преданного, нужно встретиться с ним. Но подумал, а зачем я тут Майвади Саньяси? У меня тысячи учеников, что они подумают? Если кто-то увидит, будут критиковать меня. И вот он думал, потом решил все-таки идти или не идти. В общем, пока он думал, тот повернул в какой-то поворот, и в Варанаси там старый город. И сложно его уже было найти. Когда он собрался идти за ним, то уже не смог его найти. И подумал, что совершил ошибку. Нужно было сразу идти, а не думать. Пока есть такая золотая возможность. Не то, что золотая, очень редкая возможность. И поэтому Махапрабху сказал, то есть, если кто-то колеблется с принятием решения, но когда вы обнаружили, что это абсолютная истина, то нужно брать ее немедля. Мы должны поддерживать абсолютную истину, а не какое-то общество, какую-то группу или партию. Мы должны поддерживать Нитянанду. Мы должны пытаться понять славу Нитьянанды. Сам Гауранга Махапрабху хотел прикоснуться к его стопам и говорил, что он его поклоняемый объект. Кришна берет пыль со стоп Радхарани и помещает к себе на голову, чтобы утешить свое горящее сердце. И вот те, кто хранят лотосные стопы Нитьянанды внутри своего сердца, я хочу обнять их. Неважно, кто они, тот человек, кто хранит в своем сердце лотосные стопы Нитьянанды, я хочу обнять таких людей, вне зависимости от их происхождения. Этот вечер я узнал от Шрилы Прабхупады и Шрилы Бхактивинода Тхакура. И вот те,
те, кто хранят лотосные стопы Нитянанды внутри своего сердца. Я слуга таких преданных, даже Кулашика, говорит Господу: «Господь, обращайся ко мне как слуги, слуги, слуги». И вот он говорит: «О Господь, помни, что в этом творении есть такое незначительное существо, подобно насекомому, как я. Я все же и произошел от тебя. И поэтому прошу тебя, помни обо мне». Сердце Гуру Вайшнавов, оно очень чисто. Они хотят обнять весь мир, но люди думают, что они имеют какую-то зависть. И люди не понимают. И не могут осознать. В Киртане мы находим такие слова. Лотосные стопы Нитянанды – это абсолютная истина. И те, кто находится у лотосных стоп Нитянанды, они тоже вечны. И вот в Киртане говорится, что преданные Нитянанды, их положение там же у лотосных стоп Нитянанды. Вот в этом Киртане Нитайчаранасати Тахарасуаканити. И слуги Нитянанды, они тоже вечны. И будьте уверены об этой Сиддханте. Я думаю, мало кто сможет говорить о ней, что кроме Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати. Никто не говорит о такой Сиддханте. И вот Пратишта, она случается в нашей жизни. Если кто-то думает, что ему не нужна никакая Пратишта слава, то я не верю такому человеку. Никто не может заявить, что ему не нужна никакая Пратишта, никакая слава. Может, не негативная, а позитивная Пратишта. Мы хотим стать преданными. Это позитивная Пратишта, позитивная слава. Иначе почему мы оставили свои страны? И вот мы постоянно попадаем в какие-то противоречивые состояния. Зима, лето, жара, холод. Вот Махараш специально Харикатху назначил нас в 7 утра, чтобы приходили только те, кому действительно надо. Ну, а тут в Индии 7 утра, ну, холодновато, ну, градусов 15 сейчас этим утром, и туман тут, разные сложности, в общем, чтобы в 7 утра приходить. И вот так жизнь полна опасности, а баджан, жизнь в баджане, она как небесный цветок.
такая аллегория, которой как бы нету, но есть и множество сложностей в процессе возникает. И вот в процессе баджана разные сложности возникают, нужно их преодолевать. Это Бхагаван посылает нам испытания, чтобы проверить наши чувства к Нему. Мы преданы, у нас не должно быть жалоб. Против Гуранги или Нитянанды, все, что приходит к нам, мы должны быть довольны этим, Шрила Прабхупад говорит. Наш Вамши Дас Бабаджи Махарадж никогда не находил никаких недостатков в Нитянанде. Все, что происходило, он не жаловался им, что, что вы тут делаете, вы тут сидите, все деньги украли, украшения украли. То есть он Бхагавана в этом никогда не обвинял. Если посмотреть глобально, Кришна заведует всем. Кришна, он величайший вор. Как своего душка он однажды послал сюда, послал. Сказал, что очень голоден, иди принеси там жареного гороха. Тот сказал, что сейчас там жена гуру поймает меня. Ну вот, в общем, уговорил, вот тот пошел, а Кришна тем временем сказал жене гуру, что смотри, тут горох твой воруют. В общем, его поймали, и Кришна сказал, что хочет проверить его, сколько он может вытерпеть ради него. Это его испытание. Кришна Баджан не так прост. Нужно... пройти испытание. И вот в процессе Харибаджана постоянно какие-то сложности возникают, испытания, трудности, но все же мы не должны возмущаться этим, жаловаться. Сердце саду всегда открыто. Навамши Дас Бабаджи Махараджа. Тоже его баджан-кутир был открыт, поэтому любой желающий мог зайти и что-то забрать. Что в итоге случилось? И вот он сказал Гур Нитянанде, спросил, где их украшения, кому вы отдали. Гур Нитянанда сказали, кто забрал, тот пошел в тот дом, постучал. Вот еще Гур Нитянанда сказал, как его зовут, сказал, вот тут забрали украшения Гур Нитянанды, ходить нужно вернуть. Тут вышел какой-то демон, толкнул Бабаджи Махараджа, тот упал, что-то, ну, то ли ногу сломал, то ли повредил. Ну, в общем, вернулся в свою баджан-кутир и сказал Нитянанде, вот вы позволили этому человеку забрать все украшения, и вот меня еще побили. Но жаловаться все же он не стал. И это такой признак чистого преданного, я говорю такие научные вещи, чтобы все это гармонизировалось в вашем сердце. И вот саду они никогда не жалуются, не критикуют.
если они говорят как-то жестко, это из-за их беспричинной милости, чтобы люди узнали об абсолютной истине. Чистые Гуру Вайшнавы никогда не хотят держать вас в невежестве. И это признак чистых преданных, тех, кто служит Нитьянанде Прабху. Единственное пратишта, если мы подумаем о пратиште, то есть думание о пратиште тоже пратишта, как какой-то военный, который сражается за свою страну, это тоже пратишта, он хочет прославиться как защитник Родины. Или если хочет отдать жизнь за свою страну, тоже думает, что он прославится, и все будут помнить, напишут его имя золотыми буквами на каком-нибудь памятнике, какого-то Бхагат Сингх. Ну, какой-то индийский этот герой, тоже умер за Индию. Некоторые индийские солдаты, в общем, умирают за Индию, даже принимают яд в каких-то безвыходных ситуациях, чтобы не попасть в руки китайцам. Ну, сейчас как бы с китайцами, у них противоречия. И вот, в общем, если мы думаем о пратиште, прямо или косвенно вся пратиште исходит от Нитьянанды, не от Кришны, не от Гуранги. Вся пратишта, она исходит из Нитьянанды. Почему? Если мы знаем санскритскую грамматику, мы поймем прати плюс та, то, что вечно существует, имеет пратишту, а то пратишту, ту славу, которую получаем мы или кто-то, нельзя сказать, что это вайшнава пратишта сегодня или завтра. Это пратишта пропадет, кто-то сейчас занимает пост губернатора, лет через 40, может быть, каким-то нищим. Был какой-то офицер военный. После на пенсию, вышел на пенсию, всю собственность. На сына переписал, но в итоге его вскоре выгнали из дома, в итоге пришлось ему попрошайничать на железнодорожной станции. Но Махарадж знал его, и вот один певец в Бомбее, тоже очень богат был. А тут наоборот, на родителей переписал все состояние, эти его выгнали. В итоге пришлось ему тоже по вокзалу слоняться. И вот мы не должны принимать пратишту, а мы должны передавать эту пратишту, эту всю славу Нитьянанде. Miserable life.
если мы совершим ошибку, то ничего хорошего не будет. И вот тот преданный, который оставил Шрилу Прабхупаду, еще некоторые, которые оставили Шрилу Прабхупаду из-за того, что он говорил абсолютную истину. Ну, и потом он попал во множество скандалов и в итоге начал пытаться соревноваться с Гауди Матхом, конкурировать. Принял какого-то другого гуру, но перед этим ну и по общем потом случилось, вскоре случилось, что он бегал вокруг Радхакунды и просил Шрилу Прабхупаду прощения. И вот так всю ночь ходил вокруг Радхакунды и сокрушался Ашватхама. За свои действия он до сих пор еще не обрел милости. Из-за того, что он хотел убить пять вайшнавов и похитил, не другой кто-то, в общем, что-то там плохое сделал, и Драупади, вот этот Джайврат, или как его, Драупади похитил. Он слепого Дхритараштры, муж его дочери. А сестры, точнее, муж. В общем, их наказали сурово. Я прошу всех, если вы не можете совершать баджан, это хорошо, но, по крайней мере, не совершайте оскорблений. И поэтому мой Гурупад Падма написал книгу из-за своего смирения. И вот он написал книгу «Сердце Кришны» на Вайшнава Парадхах. И вот он собрал там различные свидетельства о последствиях оскорблений. Если кто-то не совершает баджан, слушает харикатху, это все же гораздо лучше. Шридхара Девгасвами Махарадж говорил, что если мы будем повторять харинам, будучи в обусловленном состоянии, наш ум будет бегать туда-сюда. И не говорю, что не нужно повторять харинам. Харинам повторять нужно, но нужно уделять внимание служению и слушанию и памятованию. Не все могут памятовать, но слушать проще. И вот я обещаю вам, что, слушая настоящую харикатху, вы обретете подлинный результат. Если вы слушаете Брихат Бхагаватамриту, вчера Махарадж говорил предыдущий, и вот Вайкунтха Прашады посоветовали Гопа Кумару, что если вы будете уделять внимание девятисложному бхакти, вы, несомненно, достигнете успеха. Вы обретете Кришна Прему, которая очень редка. Даже Брама и Шанка молятся, чтобы обрести ее. И вот если следовать девятисложному бхакти, и среди них Шраван, Киртан, Смаранам, они самое главное. Махапрабху среди этих девяти видов бхакти особое внимание пяти уделил. Five
Bhakti, if you do in your life, that can give you ultimately absolute success. Follow. Nam Sankirtan, Bhagavad Savan, Mathura Vas, Shimunti Shraddha Savan, Sadhu Savan. Five. И вот эти пять видов преданного служения самые важные. Слушание, повторение, воспевание, проживание в святых местах и поклонение божествам с верой. Как представитель Гауди Матха, я говорю, что мы должны также говорить об абсолютной истине. Иначе люди будут в невежестве. И вот просвещение — это обязанность саду. И он должен говорить об абсолютной истине. Он не должен бояться. И то, что саду хотят просветить людей, помочь им, это их милость. Они хотят избавить их от невежества. Некоторые люди думают, что это из-за того, что они пребывают в невежестве, всячески сопротивляются этому. И вот, если саду говорит об абсолютной истине, ему не нужно ничего бояться. Господь защитит нас. И поэтому мы не должны бояться, что кто-то оставит нас, кто-то будет мешать нам или еще что-то. Все равно мы умрем сегодня или завтра, или вскоре. Ничто не вечно. И если обычные борцы за свою страну готовы отдать свою жизнь ради своей страны, то почему мы не можем посвятить свою жизнь Гауранге Махапрабху? И вот Пратишта Нитьянанда оставляет за собой право, абсолютное право. Пратишта — это все за Нитьянанду. Если мы принимаем какую-то пратишту, славу, уважение от общества, мы должны не принимать это на свой счет, а передавать Нитьянанде. Если посмотреть, чистые преданные никогда не хотят стать гуру, но они гуру. Бхагаван сделал их гуру. Шрила Прабхупад никогда не хотел становиться гуру, и мой гуру Махарадж до последних лет своей жизни, ему уже за 80 было, он все равно не хотел быть гуру. Но преданные пришли и сказали: «Махарадж, почему вы отказываетесь? Вы должны давать посвящение, вы должны стать гуру». Мадхавинда Пурипад с утра. Из-за того, что Гопинатх украл кир для него, он подумал, что ему хорошо будет из этого места, поскольку утром все узнают и будут его всячески прославлять. И вот он с утра, с самого раннего утра он ушел с этого места. Но по воле Нитьянанды он все равно должен был принять пратишту. Если кто-то просто запоминает шлоки, что он может сделать? Нужно осознать что-то. Нужно изучать читание Бхагавату очень внимательно, с неотрывным вниманием. Из читания Чайтамрити говорится, что пратишта. So it is written, Pratishtha Sabha, if I ask that you get, говорится, to people, you say Kichu, what is something? If I ask that you get, for 20 years with me, no Bangla,
Шриманды Гасая Махарадж говорил на 7 языках. Не все так могут. Не всем языки даются. Даже в материальном мире один тут местный поэт, Мадхусудан Датта, в итоге он как-то получилось, что он отправил, оставил Индию и индуизм, поехал в Англию, принял там христианство, потом в конце жизни раскаивался, понял все свои ошибки и просил Чаранамриты Рада Кришны, чтобы кто-то ему там в Лондон отправил Чаранамриту Рада Кришны, что он будет с ней делать. Он был талантлив. Он тоже знал где-то 10 языков, но преданности у него не было. И вот он какую-то книжку написал. В общем, на тему, когда Мегнат был убит Лакшманом, ну что-то там обратно доказывал, что Лакшман не хороший человек, а этот убитый, который хороший. В общем, какая-то дурацкая книжка. Лакшман постился 14 лет, и это было условие, что тот, кто может поститься 14 лет, он может убить этого Мегната. И вот Лакшман взял такую аскезу на себя. И это еще один писатель, Банким Чандра Мукхопадьяй. Вот он написал вот эти стихи. Ванде Матарам, ну какое-то бенгальское что-то, то ли песни, то ли еще что-то. Ну и Бхактивинода Тхакур вот сделал ему замечание, что его толкование Гиты совершенно неправильно, но тот не принял его совет. И вот важно занимать беспристрастную позицию. И Нитьянанда Прабху, он даст нам такой урок. И вот в следующие дни я расскажу о Нитьянанда Прачишти, поскольку сегодня читание Бхагавата у нас тема. И вот о Прачишти продолжим в следующий раз. Абсолютное право Нитьянанда оставляет за собой. Мы не можем. И вот читание Бхагавата, в тот день мы говорили. О том, что Гаур носит Бхагавана на своей спине. Если вы в какой-то день сможете осознать, понять концепцию ананты, бесконечности. Что такое бесконечность? Как Эйнштейн, он думал о том, что такое время. Он тоже чуть-чуть не сошел с ума. И когда он думал, что же такое время. И вот он осознал что-то. Он читал также Бхагавад-гиту два раза в день.
И вот материальная слава Пратишта, она не вечна, она будет с нами всего лишь какое-то короткое время, буквально пару дней. И мы не должны стремиться к этой дешевой славе, но можно видеть, многие стремятся. Это моя просьба к вам. Где ищите те места, где никто не стремится к дешевой славе. Кто может искренне сказать, что ему не нужна никакая пратишта, никакая слава? И тот, кто может, он может говорить Харикатху. Можно наблюдать, что под именем Харикатхи говорят нечто другое. Но кто может прикоснуться к стопам Нарсимхадевы и сказать, что ему не нужна никакая слава, никакая пратишта, а нужен только Верховный Господь? Харикатха и философия внешне может быть похожи, но по сути это совершенно разное. Наше сердце... Мы должны увеличить наше сердце до бесконечности, если мы осознаем, а так наше сердце очень мало. И когда мы осознаем, то, что я говорю, это и будет нашим настоящим слушанием Харикатхи. Мы должны расширить наше сердце до бесконечности. И вот НАСА запускает спутники, Вояджер запустили в 76-м году или каком-то, и вот он до сих пор летит, и конца Вселенной так и не достиг. И неизвестно, когда достигнет, и достигнет ли вообще. Так и наше сердце должно быть бесконечным, и тогда мы сможем понять, что такое бесконечность, кто такой Нитянанда. В таком малом сердце, в малое сердце мы не можем пригласить Нитянанду, чтобы он появился в нашем сердце, поскольку Бхагаван, он огромен, он бесконечен. И вот я говорил о Нитянанде, о Вишварупе, то, что мы видим вокруг себя, это все Господь в своей форме Вишварупе. Это в такой вселенской форме все. Куда бы мы ни смотрели, это Нитянанда. Нитянанда очень могуществен. Если Гуранга приходит к Нитянанде, он склоняет свою голову Гуранга Махапрабху. Махарадж скоро книгу на английском опубликует, Нимай называется. И вот Нимай был очень таким озорным ребенком, когда брахманы принимали омовение в Ганге, повторяли гаятри, тут он внезапно попрыгал в воду и мешал им как-то, брызгал на них. Water pot, I mean, copper, copper water, like this.
И вот они приходили на эти браманы, на Гангу, в свои медные горшки. И одежду ставили в определенное место, а Нимай с друзьями подшучивал над ними, все перемешивал, переставлял, одежду в разные места клал. В общем, когда они выходили, одежду еще нужно было найти, где она. Но имеет суть это все. Кто-то думает, что он просто шутит над людьми, но если он даже меняет одежду чью-то, там мужскую на женскую, но местами, это повод о том, чтобы задуматься, кто мужчина, а кто женщина. Душа, она вечная, просто принимает ту или иную форму. И вот таким образом. Эти браманы начали жаловаться отцу, что ваш сын тут занимается такой ерундой. В общем, мы тут терпели, нам надоело, решили пожаловаться. И вот, его отец взял палку, пошел бить Нимая, поймать его сначала, но Нимай узнал об этом, что на него жалуются. И когда Джагнат Мишра пошел ловить Нимая, Нимай пришел, как будто ничего не было, с книгами, и сказал, что я пришел тут с Гурукулы, со школы. Да, вот они говорят, что ты тут на Ганге был. Браманы не могут говорить о лжи. Вот почему они про тебя говорят, что ты тут на Ганге был, хотя внешне не похоже, что ты на Ганге был. Сухой, весь в пыли, в грязи. И Нимай тоже очень хитер. Он забрался на колени отца, начал обнимать, целовать его. И отцу было неудобно наказывать его. И вот такова лила Нимая. Но если Нимай не слушает никого, ни отца, ни мать, ни кого-то в обществе, только когда он приходил к Вишварупу, к своему старшему брату, он слушал его. И в Читане-читамрите говорится об этом Махапрабху. Нимай, когда бы он ни приходил к старшему брату, он приходил с почтением и слушал его. Только перед Вишварупой он вел себя так, поскольку Вишварупа — это сам Нитьянанда. Он олицетворение Нитьянанды. Нитьянанда явился в его форме, и поэтому, когда Вишваруп ушел из этого мира, то Нитьянанда явился. И вот мы должны понять внутреннее значение всех этих лил. Нитьянанда — это все и вся, даже Кришна, он выражает почтение Балараму, своему старшему брату. И вот что говорить еще. И вот тут много шлок, если их обсуждать, займет много времени, так или иначе. Шапади нейнам ашишаманьям кан шейшан бхагавату асвает мамокшир. Who foolish and idiot not ready to take shelter of Nityananda's lotus?
кто не готов принять прибежище у Нитинанды, все вынуждены принять прибежище у него, поскольку у нас нет никакого иного прибежища, нет никакой другой альтернативы. Только Нитинанда. Кришнадас Кавираж Госвами, я говорил в тот день, что Джагай Мадхай такие худшие из грешников. Я самый такой худший создание во всем мире, кто кроме тебя прольет на меня свою милость, кто кроме Нитинанды может помочь мне. И вот Кришнадас Кавираж Госвами пишет. И вот Нитинанда явился ему во сне и поместил свои лотосные стопы к нему на голову и сказал: «О, Кришнадас, вставай! Иди во Вриндаван, там ты обретешь все. Все твои желания будут исполнены». Давай вставай. И иди во Вриндаван, там тебя ждет все. И вот Кришнадас Кавираж Госвами пишет: кто же, кроме Нитинанды, мог пролить на меня свою милость, даже не Гуранга. И вот Нитянанда — это олицетворение милости. Мы говорим вот такие слова. Он, что он, милость приняла форму гуру Вайшнавов и явилась к нам, чтобы спасти нас от нашего такого плачевного материального состояния. И у них нет никаких врагов и враждебности. А люди с скверным сердцем думают, что они их враги. Если я спрошу у вас что-то, пытайтесь понять, что я говорю. Например, если я спрошу у вас, но у вас нет понимания этого. Вы, может, никогда не слышали, как Шанкарачарья, Видья-Бхарати не мог победить Шанкарачарью. В итоге хотел спросил в какой-то вопрос. Ну, в общем, он спросил у него что-то, что он не мог знать, ну, а в отношениях мужчины и женщины. И вот он такой, Шанкарачарья не знал, поскольку не было у него ни жены, не женат он был, не знал таких вещей. И потом пошел к своему ученику в пещеру и сказал: я тут на 7 дней ухожу из тела, позаботься, чтобы никто там не сожрал его тело. В лесу дело было. И вот он... В общем, он вышел из тела, переселился в тело какого-то мужчины умершего, женатого, что важно, и выяснил. И выяснил то, что ты его спрашивали. И вот что я хочу сказать. У вас нет, например, вот зачем я привожу этот пример для понимания. Например, у вас нет, как пример практически приведу, как из Шасимха Муни или из Рамаяны примера.
Риша Симха Муни с детства у него не... Или Шукадев Госвами, он... Они видели людей как душу, пребывающую в теле, и беспристрастно относились ко всем, даже не видели разницы между мужчиной и женщиной. Они видели всех как душу, пребывающую в теле. И вот то есть, ну, в общем, это случилось такое, что этот Шукадев проходил мимо обнаженных женщин, которые принимали омовение, они даже не постеснялись и мыслили, что нужно одеться перед ним, к ним не пришла, потому что он видел их как души, пребывающие в теле, он даже не думал, мужчины они или женщины, у него даже мысли такой не возникало, и поэтому они не почувствовали никакого стеснения. So now I can come to the scientific point. Suppose you have no jealous. И вот так, например, если у кого-то нет зависти с воровством не сталкивались, ну как в Непале там, ну раньше в непальском языке слово «вор» и «воровство» нету. Ну там люди честные раньше были, поэтому в языке даже слова «вор» нету, то есть никто не может подумать, что кто-то может что-то чужое взять. И что даже слова нету такого в их языке. Ну, в каких-то странах преступность очень низкая. И полицейские даже без оружия ходят. Есть какой-то брат Боги с Непала. Я спросил, что у вас, что вот у нас есть слово «вор», а в вашем языке почему нету? Ну, потому что там не могут, ну, воров как бы не было, никто ничего не воровал, и даже мысли такой не было, что можно чужое взять, и поэтому слова такого нет. В Керале. А, ну, в Южной Индии, в Керале, люди очень пунктуальны. Не то, что там тут. Ну, в общем, очень пунктуальны. Вовремя приходят. Ну, и все делают. Ну и честно относительно, даже
кошки и собаки. И ты то чужое молоко не пьют. Хотя для кошек молоко как бы лакомство, но... Если поставить там молоко на улице, ну не для кошек, а ну, просто там кому-то молочник принес молоко, поставил перед дверью, кошки его и есть не будут. Ну и перед приходом англичан даже двери не закрывали. И вот что я хочу сказать. Если у вас нету, у самих нету зависти, то как вы можете подозревать в зависти других? Например, если зависти вы не чувствовали, вас не было, или вожделение, например, если у вас нету вожделения, то вы не можете обвинять в этом других. Как вот этот... Ну, в общем, мораль, суть в том, что если у нас нет самих вожделений или зависти, то мы не можем обвинять в этом других. Но чистые преданные иногда из милости пытаются помочь нам и указывают нам на наши недостатки. Вот однажды на Шрилу Прабхупаду завели какое-то дело о том, что он украл что-то там в Мамгаче. Это Мододрум Двип в Чампахате, его там. Шрила Прабхупад, он поехал туда посмотреть, какое место подходит для преданных, чтобы принять прасад там. И вот он с несколькими спутниками своими пошел посмотреть, что там за место. И когда вернулся, тут кто-то пожаловался на него, что украл какие-то ценности. Но это было смешно, но тем не менее. Шрила Прабхупад, когда об этом узнал, он просто улыбнулся и не беспокоился. И тем временем один важный член общества, он тоже пришел, узнал об этом и пришел в полицию и начал жаловаться тоже, что тут у меня украдено нечто, нечто ценное. И что же украли вас? Вот озеро тут было, вот это озеро украли. Как что вы несете? Как озеро можно украсть? Тот сказал, да, говорю об этом. Право, что водоем не может быть украден. И более удивительно. Думать, что Шрила Прабхупад мог что-то украсть.
он спутник Бхагавана, как он может что-то украсть? Это тут ложное обвинение. Если вы на него заявление приняли, то примите мое, что у меня озеро украли. Это более правдиво. Махараджи говорит о том, что преданные с помощью харикатхи, киртанов и прасада привлекают людей, чтобы они привлекались и начинали заниматься преданным служением. И вот Нитянанда — это наша единственная надежда в нашей жизни. И вот когда мы произносим имя Нитянанды, что случается? И вот если кто-то подскользнется и в процессе произнесет вот Орам, ну и ну, в общем и имя Бога, ну, бывает. Но все же это произношение в таком состоянии, имя, произнесенное имя Рамы, оно принесет нам благо. И Сиддханта Бхагаватам такова, что так или иначе, если мы произносим имена Верховного Господа Бхагавана, осознанно или неосознанно, случайно или специально, то так или иначе это принесет нам благо. И вот Ананта, это имя, так или иначе, если мы повторяем, какие-то неграмотные люди не могут повторить Вишну, в шастрах описывается. И вот шастра говорится, неграмотные люди не могут произнести. Так или иначе они говорят. Кто-то вот Кришная Намаха говорит или Васудвая Намаха. Но не все могут. Кто-то Вишная Намаха не может произнести. Или Вишнавена Маха тоже. И вот в шастра говорится, что Бхагаван, он, даже если мы не способны произнести Кришна правильно, но если мы хотим, но не можем, но все же мы получим тот же результат, поскольку Бхагаван, он принимает наши искренние намерения. Бхаваграхи Джанардана. Джанардан Бхагаван, он принимает нашу бхаву, наши чувства в нашем сердце. Бхагаван, он лучший из Парамахамс.
И вот Бхагаван, он принимает чувства нашего сердца, наше желание служить ему. И вот здесь говорится, и вот Анантадев — это единственная надежда и поддержка всего мира. И кто же не примет у него прибежище? Nityananda padam dandam jesham hitkarnika mai tesham dasam dasam prasidantu sadayu vanchakam padavasya kipasindu bhavasya patitanam pavanebhyo vaishnavbhyo namo